России отмечается Татьянин день, день российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь, а также, конечно, и школьников, которые пока только готовятся к поступлению в вуз. И, конечно, взрослых, уже состоявшихся людей, потому что память о студенческом братстве, удивительной студенческой паре, остается с нами на всю жизнь. И не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками. Добавлю, в общении с главой государства участвуют студенты математических и IT-специальностей из числа призеров и победителей всероссийских и международных турниров. Добавлю, регионы России отмечают сегодня Татьянин день и день российского студенчества катаниями на коньках, спортивными состязаниями.